дорожная отрасль, она для контроля счетных палат представляет очень большой интерес, поскольку, вы сами понимаете, это очень коррупционная отрасль, где очень много соблазна, и проверить достоверность выполненных объемов работ всегда, в общем-то, доставляет определенные трудности. Мы проверяли содержание за 2015 год и первый квартал 2016 года. Безусловно, проверку закончив в конце 2016 года, в декабре мы отчитывались о данной проверке. Факт установления несуществующих дорог, он в принципе был и определен самим департаментом. Они провели инвентаризацию. Но когда готовилось техническое задание, эти дороги как бы они были. Потом уже провели инвентаризацию, уточнили, что их нету, и по идее вносить изменения в техническую документацию уже не представилось возможным. Но по факту тогда надо было эти объемы зануливать, то есть исключать, поскольку объемов работ нет. Но МУПЖЭК описывал объемы выполненных работ, и департамент, естественно, принимал эти акты работы и их оплатил в полном объеме. Поэтому сам, еще раз акцентирую внимание, что сам департамент это же установил, и сам департамент, в принципе, принимал вот эти надуманные, приписанные объемы выполненных работ.